почему я все время рекомендую читать книжки на бумажных носителях. Просто когда вы берете книгу, значит, во-первых, тут, как правило, есть полторы идеи на одну хорошую книгу. Вот. Бывает совсем без них. Вот. Две уже перебор. Кто же книга будет избыточная? Значит, полторы идеи – это лучшее, что может быть в книге. И вот ваша задача, когда вы читаете на протяжении там, многих часов книгу, с разных сторон заходить на эту идею. И у вас появляется много аспектов ситуации вот этой идеи. И дальше ваш мозг начинает строить ее такую 3D-модель этой идеи. И она становится вашей, и вы дальше можете... ваш мозг будет ее использовать, когда он будет решать те или иные задачи.